Здравствуйте, товарищи! Начинаем занятие кружка любителей гегельской диалектики. И я должен вам сообщить, что мы подобрались к наиболее сложным вопросам для понимания. Почему? Потому что мы подобрались к тому, что было предметом изучения Аристотеля, который навел большую классификацию всех суждений, умозаключений и так далее, с которой частично только согласился Георг Вильгельм Фридрих, а дает свою классификацию. Какую он дает? Я думаю, мы уже с вами можем ответить. Что он делает? Он всякую классификацию сводит к тому, что вот есть те суждения, которые отражают бытие наличное, есть суждения, которые характерны для сущности, там, где есть рефлексия, то есть отражение от чего-то, с отрицанием что-то берется. И есть, так сказать, суждение понятия и умозаключение понятия. То есть ко всем категориям, вот, которые в этой логике, логике суждения и умозаключений. А что такое, чем понятие отличается от бытия и сущности? Тем, что это возвращение к бытию, через которое просвечивает сущность. А раз сущность просвечивает, то, следовательно, там присутствует и то, и другое. И поэтому все более богатые, более содержательные категории, они, так сказать, идут уже позже, относящиеся вот к формальным суждениям, умозаключениям, то есть формальным высказываниям разного рода. И если вот вы почитаете, а вы читали внимательно этот вот раздел об умозаключении, вы читаешь, читаешь, и каждый раз потом приходишь к выводу, пока идет речь о умозаключении наличного бытия, что приходит к выводу, что это больше формально, это можно и так переставить, и такие бывают, и так можно переставить, потому что здесь такой особенной глубины нет. И сказать, так это и прорывается, что сказать, большого содержания, когда речь идет о суждении наличного бытия, не получается. Потому что хотите вы через суждение скажете, что это есть, хотите вы к этому придете через умозаключение, что вот стол есть, вы сидите за столом, значит вы есть. Логично? Это что я сейчас сделал? Это суждение было или умозаключение? Ну, смотрите, тут три было, три умозаключения. Стол есть. Правильно? Вы сидите. Это первое суждение. Так, вы сидите все за столом. То есть и вы. Все сидят за столом. Ну, все присутствующие сидят за столом. Значит, и вы есть. Ну, раз вы сидите за столом, это третий уже вывод. Вот и все. То есть такие глубокомысленные вроде, но это надо же классифицировать все равно. И, кстати, если вы начнете разбирать выступления, особенно каких-нибудь там руководителей, там ничего такого глубокого-то и не найдете. Там вот такие делаются умозаключения, что надо улучшить, надо ослабить, надо усилить, надо умножить. На этом заканчивается. Да. И, так сказать, вот они из этих состоят. То есть в чем сила гегелевской науки логики? Он не ругается на это, а он спокойно разбирает. Да, да, это правильно, это есть такие суждения. Дом стоит. Раз дом стоит, значит, он еще не разрушился. А если он еще не разрушился, значит, бомжи могут в него заселиться. Логично. Это умозаключение? Да. Первая посылка в этой фигуре. Дом стоит. Второе, значит, он не разрушился. Раз не разрушился, значит, можно заселиться. А если он разрушился, значит, погибли гастарбайтеры. Это уже дальше пошло. Но мы это уже не трогаем. Потому что у нас сейчас умозаключение наличного бытия. И вот вы когда смотрите и читаете. С одной стороны, надо тут все очень вникать, очень глубоко. Но когда вы очень глубоко вникаете вот эти вот суждения, заключения наличного бытия, вы обнаружите, что ничего такого особенного здесь, глубокого-то и нет. Причем вы это обнаруживаете, и Гегель признается, вообще-то да, тут ничего особенного-то и нет. Можно так поставить, можно ведь так поставить, что сначала какая красивая фигура, единичная, особенная, всеобщая. И по восходящей. А можно переставить.
начать со всеобщего, потом к особенному, единичному. Ну, можно так сказать, вот ваше яблочко, а это Антоновка, а значит, это яблоко. Она принадлежит всеобщему. Раз, два, три. Ну, можно наоборот. У вас яблоко? Вероятно, это Антоновка. А Антоновка у вас не просто ведь Антоновка, а ваша Антоновка, которую вы лично можете съесть. В обратную сторону. То есть туда-сюда. И вот тут, скажем, вот на уровне таких формальных рассуждений показано, сколько мусора вот такого, так сказать, можно наговорить, всякого, которое подходит под разряд суждений наличного бытия. Вот это есть, и это есть, и это есть. У вас мясо есть? Ой. Ну, это положительное суждение. А отрицательное суждение такое, у вас рыба есть? Какая? Ну, опять вы, тогда отрицательное суждение. У вас рыбы нет? Нет. Нет, не так. Рыбы нет в магазине напротив, у нас мяса нет. Чего вы смеетесь? Это диалектика. Нет, нет. Развитого социализма. А я думал, что вы видите. Нет, это диалектика развитого социализма. А как пишется развитой социализм? Правильно. Раз и витой. Ну вот. Диалектику не приняли. Пишется, мы вступили в этап разве то социализма. Все слова отдельно. Разве то социализм? Разве то социализм? Или социализм это такая, развитой социализм, это такая высокая стадия социализма, когда и за деньги уже ничего купить нельзя, и без денег ничего не дают. Вот так. Так, ну вот давайте ближе к тексту будем разбираться с этим делом. Вот видите, мы что изучаем? Значит, как мы подошли вообще от суждения к умозаключению? Вот мы все разбирали, разбирали суждение, и у нас была связка. Иногда связка прямо сидела, есть роза, есть растение. А иногда вот она, роза красна. Ну, можно сказать, роза есть что-то красное, да? То есть иногда она как бы подразумевалась, эта связка. И вот тут, пока все разбирали, все эти виды суждения, потом обнаружили, что а есть-то она как-то, эта связка как бы бездействует. Она себя логически не проявила. А вот когда мы дошли уже до суждения понятия, ну, тут потребовалось, чтобы все вот эти соответствующие суждения и все элементы суждения себя проявили. А раз, значит, надо взять эту связку тоже как особое суждение на равных. И тогда получились три суждения. Так было одно суждение из трех. Из трех, так сказать, возможных вариантов. Там разбирали каждый раз всеобщее, особенно единичное. В разных вариантах постановки это было. А теперь и с разными добавлениями, там, дома устроены так-то и так-то, хорош. Это какое суждение? Какое суждение? Аподектическое. Вот. То есть Назаров. Аподектическое. А вы что, не знаете аподектическое? Я к вам обратился как к самому молодому, самым живым мозгом. А вы не оправдали доверие. А товарищ Назаров оправдал. Учитесь у него. Конечно, у него, как у Ленина. Я старался сделать, но у меня ничего не получается. Плохо учился. Приходится вот это читать, а другие средства не помогают. Ну вот, короче говоря, значит, вот это то, что было просто связка есть, но это тоже развернулось в определенное суждение. И получилось у нас, что за суждением понятия следует уже умозаключение. То есть, когда развертывается и одно, и второе, и третье. Там же три элемента в суждении, да? Роза, есть растение. Ну, это развернули, и это вот, наконец, среднее развернули. Потому что, когда мы говорили о понятии, вот эта вот связка как-то не фигурировала.
осуждение понятия. Но если начнет фигурировать, вот тогда уже получается связка целых трех суждений. И тогда мы приходим вот к умозаключению. То есть надо было это обнаружить, что наличие этих умозаключений, как и суждений, нужно было обнаружить это в человеческом языке. Обнаружил это Аристотель, не Гегель. Кто обнаружил? Кто обнаружил, тот открыл, правильно? А вот систематизация того, что обнаружили, это большое дело. Например, элементов много знали химических, а до Менделеева системы не было той, которая позволяет прямо найти те элементы, которых вот они есть согласно системе элементов Менделеева, известны их там, так сказать, характеристики. Ну и начали по этим характеристикам искать уже, так сказать, ученые, которые практику знают, и нашли. Да? Так и здесь. Вот что касается самих суждений, эти суждения обнаружил Аристотель. И несмотря на то, что он очень давно это сделал, ничего такого нового здесь в плане классификации суждений, что есть такие, 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 такие. А вот как показать их, вот, что более сложное, что более простое, и что чему соответствует. Потому что если вот мы некоторые все время гудят по поводу того, что Гегель идеалист. Ну, а Гегель что делает? Он берет и вот эти вот суждения и умозаключения пытается сопоставить с движением от низшего к высшему, где? В объективной логике. То есть в той логике, которая отражает объективный мир. Это другой вопрос, что это мир там идея якобы создала. Этого тут нет науки логики, нигде такое не написано. Это за пределами этой науки логики. Это, так сказать, если вы возьмете всю систему в целом. Но человек думал, что вся его рукопись хорошая, оказалось, не вся. Вот эта часть хорошая, а что-то не проходит. Потому что когда начинаешь читать, скажем, философию истории, как-то вот удивительно, даже странно думать, как человек такой пишет, когда вот эта идея, она в виде войн, в виде революций проявляет себя, движение масс, а то есть какое-то движение этой истории усматривается в деятельность некой идеи. Просто ничего придумать не мог, наверное, Гегель, но решил, что это идея, наверное, какая-то как-то двигает. Хотя что-то у Гегеля и Маркс взял, сказал, что идея, которая владеет массами, тоже идея, становится материальной силой. Ну, как бы вот прямо идея массами овладевает, а они пошли. Но не какая-то абсолютная идея, а обычная идея, что надо делать. О том, что надо делать сегодня, исходя из экономических интересов класса. Правильно? И привязывается эта идея к бытию. И как не вообще к бытию, а к общественному бытию, то есть к производству материальному. Вот из-за этого материального производства выводятся идеи, и потом вот эти идеи овладевают массами, и тогда они становятся материальной силой. То есть вроде как и похоже, но это уже исторический материализм. Вот. И до исторического материализма кто не дошел, вот когда они пытаются исторические вопросы решать, получается какая-то нелепица и глупость. То же самое, если вы возьмете философию права. Ну, Гегель там начинает он рассуждать про государство, не зная, что такое государство, про право, не зная, что такое право. А он и не может это знать, потому что если он думает, что это творение какой-то идеи, то это, конечно, уже получается натянуто все. И получается у него, что вот прусское это государство монархическое, а это и есть вот яркое выражение абсолютной идеи. То есть как вот человек, который это написал, вдруг в таких вопросах не сделал. Почему? А потому что это не разработанная часть вообще никем была. Потому что еще материализм не победил. А он специально для Маркса это писал. Маркс потом критику написал на его работу. Да, я тоже так думаю. Я вот считаю, там просто. Да. Ну, они, знаешь, как два футболиста. Этот да, это пас. Этот уже этот забивает. Да, да. Да. А тут Ленин забежал как полузащитник и забил гол. Забил, да. Я думаю, там, конечно, и хороший гол забил. Хороший, да. А потом Хрущев взял и выкатил этот мячик. И забил гол в свои ворота. Ну, потому что надо знать, куда бить. Куда бить еще надо. Не только уметь бить по мячу, еще знать куда, знать направление.
Не прямо противоположно. Не надо вбить в своих. Но ему сказали, а я говорю, ворота, и он да. Нет, он сказал, я не в своих, я вообще почему думали, что я свой? Тоже, это да. Тоже ошибка. Это ваша уже ошибка, что вы думали, что я свой. Я чужой. Ну, Ельцин долго говорил, что он свой, потом приехал в американский конгресс и сказал, что мы свалили коммунистического идола выступление в американском конгрессе. Как сделать, чтобы... А до этого было все совершенствование социализма и движение его вперед в Политбюро. Он же добрался до кандидата в члены Политбюро. Но там уже почувствовали, вот. Значит, делали членов. Значит, что для нас основой, вот, так сказать, при изучении этого раздела, для нас основой является то, что здесь мы как бы снова идем такой же дорогой. Если раньше суждения мы перебирали, начиная с наличия суждения наличного бытия, потом суждения какие рефлексии, да, а потом суждение необходимости. Когда он уже говорит о необходимости, это суждение понятия. Потому что это не то, что только на поверхности, а то, что вытекает из законов. Это суждение необходимо, не случайное. И здесь та же самая история. Вот берется заключение наличного бытия. Так. И первая фигура умозаключения. Вот он так тут хорошую очень вещь пишет. Умозаключение, каково оно непосредственно, имеет своими моментами определение понятия как непосредственное. Что этим самым говорится? Ну, если определение как непосредственное, то там еще это все не развернуто. Все не развернуто. Непосредственно. А что такое непосредственно? Это то, что является бытием. Непосредственно это сущее, правильно? Вот сущее на первый взгляд. Поэтому самые такие вот неглубокие, самые пустые и самые простые эти самые понятия. Как непосредственно, еще курсивом выделено. Первое умозаключение. Да, дальше говорит, они суть стала быть абстрактной определенности формы. Что значит абстрактные? Ну, так сказать, оторванные от чего? От глубины, от сущности, от содержания. Да еще и формы, абстрактные определенности формы. А содержание, и тут так о форме говорится, а содержания нет. Так, которые еще не развились через опосредственность до конкретности. Вы хотите конкретности, вы хотите разобраться в этом, что это конкретно. А нечего тут разбираться, нет тут конкретности. Прямо говорит Гегель, нету, не развились они до конкретности. Но суть лишь в единичной определенности. Ну, сказали и сказали, идите дальше. Первое умозаключение, поэтому есть, собственно говоря, формальное умозаключение. А что значит формальное? Вроде оно есть по форме, а по содержанию ничего и нет. Или, как говорил Маяковский, повисят слова и уплывут, как дымы. Ни в уму, ни в голове неуловимы. Так, формализм. Процесс умозаключения состоит в том, что не идут дальше определения этого первого умозаключения. Вот оно такое формальное, вот это общество на этом месте, это и есть формализм. Он, да, он все равно это будет развертывать, топтаться будет, потому что нельзя перейти дальше, не потоптавшись на самом простом. Поэтому и делает он правильно. Но не надо нам, как читателям, изучающим это, ожидать тут каких-то великих открытий. И каких-то глубоких вещей. Тут глубоких, в принципе, нет. Поэтому и не надо... То есть, как-то хочешь заглянуть в глубину. А Гегель вас предупреждает, не надо заглядывать в глубину. Там глубина полсантиметра. Куда вы собираетесь заглядывать? Тут формальное заключение. Ничего по содержанию нету. Поэтому ничего из этого вывести нельзя. Из этого, это, так сказать, вид разговоров. У нас, Константин Константинович, есть определенные мысли по поводу ваших определенных действий. Ну а как же, вы и должны знать об этом. Ну я вот и знаю. Мы поговорили с Константином Константиновичем. Никто ничего не понял. Как и не понял. А вот потому мы не поняли, потому что вы не освоили эту великую науку говорить ни о чем. А у вас-то есть, товарищ, есть соображения по поводу ряда предметов, которые могут быть предметом нашего исследования? Нет. Соображения есть у вас? Нет. Или у вас и соображения уже нет? Нет, нет. Там ряд определенных соображений. По определенному предмету, в определенное время. Только непосредственное. Ну что ж, можно сказать, что вы определенным образом высказались достаточно определенно. Определенно, да. Так.
Понятие, расщепленное на свои абстрактные моменты, имеет своими крайними терминами единичность и всеобщность. Ну, как вот это и было изначально. То, что мы уже проходили. Уже снова нас возвращает туда, но здесь друг по-другому. Здесь уже умозаключение, но пока еще никакого продвижения нет, потому что оно совершенно формальное. А что значит формальное? Ничего бессодержательно. А раз бессодержательно, чего хотите? Вот мы без всякого содержания обменялись мнениями с Константином Константиновичем и пришли к общему заключению о том, что в нашем разговоре что-то было, о чем известно только нам. И каждому в отдельности. Да. Хорошо посидели. Хорошо посидели. Значит, понятие, расщепленное на свои абстрактные моменты, имеет свои крайние термины единичность и всеобщность, а само оно выступает как стоящая между ними особенность. Ничего тут нового мы не услышали, это нам знакомо. И вот диалектическое движение умозаключения, я беру конец этого вот, введения к умозаключению наличного бытия. Диалектическое движение умозаключения наличного бытия состоит в том, чтобы опосредствование, которое одно только и составляет умозаключение, было положено в моментах умозаключения. О, как красиво! Чтобы это вот диалектическое движение, чтобы было положено в моментах умозаключения, чтобы оно не было разделено, чтобы они вот все-таки между собой были связаны. Что значит в моментах? Обратите внимание, вы не отрубать должны части этого умозаключения. А вот главное, что вы должны, о чем вы должны думать и на чем сделать акцент, хоть бы оно сто раз было формальное, что вот эти куски, они не части, а моменты этого умозаключения. Нельзя это разрывать. Умозаключение есть одно, целое. Поэтому вот это очень важно. И вот пока привыкните к формальному целому, что это все-таки целое. Три пустых стакана составляют целое, даже если нет трех человек, которые в них хотят выпить водки. Так особенность – это как связка есть, получается? Так особенно это и есть связка. Единичная, особенно всеобщая. Есть всеобщая схема определенного умозаключения. Это первая фигура умозаключения. Всеобщая схема – схема. Но вы понимаете, что такое схема? Схема – это не система и не закон. Ну, схема. Единичная, особенно всеобщая. Единичная смыкается через особенность со всеобщностью. Тут что вот нам такое новое есть для нас? Единичная смыкается. Нет, мы знаем, что если это яблоко у меня, вот, которое в руках, то оно вот, имеет такой-то сорт – малиновка. А через малиновку оно смыкается с яблоком, как яблоком, со всеобщим. Так? Так. Ну, это хорошо. Повторение, мать учения. Теперь мы это повторяем. Уже вот здесь, в заключении, да. Это яблоко, есть всеобщее яблоко. Да, только это уже теперь вот это вот единичное, особенно всеобщее, а каждое из развернутых в некое суждение. Тут не три предмета, а три суждения. Суждение о единичном, суждение об особенном и суждение о единичном. О, яблоко вкусное. Антоновку. Нет, вот это мое яблоко вкусное. А второе особенное. Я ел же Антоновку вкусное яблоко. А всеобщее означает яблоко – вкусный фрукт. Вот я и развернул. Так, ну вот. Единичное – не непосредственно всеобщее, а через посредство особенности. Точно так же и наоборот. Всеобщее, единичное – не непосредственно, но не сходит к единичности через особенность. Правильно? Можете пойти от моего яблока до яблока вообще. А можете от яблока вообще дойти до того яблока, которое, пока я его не сгрыз. Потому что если я его уже съем, его, то вы не дойдете. Вот надо успеть дойти, пока оно еще у меня есть. Вот. Эти определения противостоят друг другу, как крайние термины, и едины в некотором отличном от них третьем. Оба они суть определенности, в этом они тождественны. Это их всеобщая определенность, есть особенность. Но они равным образом сути крайние термины, как по отношению к последней, так и по отношению друг к другу. Ибо каждый из них выступает в своей непосредственной определенности. То есть, что говорит Гегель? Можно это независимо от всякого конкретного содержания так вот разбирать, и так это говорить, и все это правильно будет. И ничего тут такого особенно глубокого нет. Почему? Ну, потому что это абстрагирование.
Всеобщее значение этого умозаключения состоит в том, что единичное, которое как таковое есть бесконечное соотношение с собой, и стало быть, было бы лишь некоторым внутренним, выступает благодаря особенности вовне, вступает в наличное бытие, как во всеобщность, где оно уже больше не принадлежит лишь самому себе, но находится во внешней связи. Красиво написано, а все о том же самом. Впрочем, отношение единичности, особенностей и всеобщности есть, как мы видели выше, необходимое и существенное отношение определения умозаключения со стороны их формы. Опять, со стороны их формы, а содержание так и не затрагивается. Так как умозаключение покоится именно на вышеуказанной взаимной их определенности по отношению друг к другу, то сразу же явствует, что другие отношения терминов, образующие прочие фигуры, могут обладать значимостью как умозаключение рассудка лишь постольку, поскольку они могут быть сведены к этому первоначальному отношению. Это не разные виды фигур, стоящие рядом с первой, а с одной стороны, поскольку они должны быть правильными умозаключениями, они покоятся лишь на той существенной форме умозаключения вообще, которой служит первая фигура. Поэтому, вот я уже на странице 89, внизу нахожусь, поэтому, если умозаключение рассматривается только как состоящее из трех суждений, то это формальный взгляд, не принимающий во внимание того отношения между определениями, которое единственное и важно в умозаключении. То есть пока идет речь о формальных умозаключениях, пока не принимается внимание. Вообще лишь субъективная рефлексия разделяет соотношение терминов на отдельные посылки и отличное от них заключение. Все люди смертны, кай человек, следовательно, он смертен. И, так сказать, для членов кружка он, так сказать, успокоительно сообщает, что на вас сразу же нападает скука. Как только вы услышите такое умозаключение, это проистекает той бесполезной формой, которая посредством отдельных предложений создает некую видимость различия, тотчас же исчезающей в самой вещи. Главным образом, вследствие этой субъективной формы, процесс умозаключения представляется какой-то субъективной уловкой, к которой разум или рассудок вынужден, дескать, прибегать в тех случаях, когда они не могут познавать непосредственно. Этот, дальше я рассматриваю 90-ю страницу, этот движущийся через отдельные предложения процесс умозаключения есть не что иное, как некоторая субъективная форма. Природа же дела, Дерзаха, состоит в том, что различные понятийные определения вещи объединены в существенном единстве, а не так, как вот тут изображается. И эта разумность есть не уловка, а напротив, по сравнению с еще присущей суждению непосредственностью соотношения, объективная. А та непосредственность познания есть скорее чисто субъективная. Умозаключение же есть, напротив, истинно суждение. Вот, что умозаключение есть истинно суждение. То есть вот оно развернулось. А что означает истина? Вот каждая следующая категория, если вы помните, сколько мы уже переходов сделали, каждая следующая категория есть истина чего? Предыдущей. Вот и ничего тут для нас нового нету. Не абсолютная истина какая-нибудь, а истина суждения, то есть как раз предшествующая. Наше занятие сегодняшнее – это истина того занятия, которое было в прошлый раз. Мы как бы то все принимаем и идем дальше. Все вещи суть умозаключения, некоторые всеобщие, сомкнутые через особенность с единичностью. Но, конечно, они не суть, состоящие из трех предложений целые. То есть по смыслу вроде все вещи такие, они и общие, и единичные, и особенные, они и всеобщие. Но это не состоящие из трех предложений. Они состоят, так сказать, как выяснила потом физика, из атомов, молекул и так далее. Но их рассматривать можно. В том смысле, что они могут быть изложены в суждении, изображены в суждении. Второй пункт. В непосредственном умозаключении рассудка термина имеет форму непосредственных определений. С той, с этой стороны, с которой они суть содержания, мы должны теперь рассматривать это умозаключение. Его можно постольку считать качественным умозаключением. Вас удивляет, что начинается с качества?
Не должно удивлять, потому что сначала идет качество, после качества, качество это как бы все, что относится к бытию, потом пойдет сущность, рефлективность, а потом понятие. Термины этого заключения качественного – это единичные определенности, ибо определенность положена через ее соотношение с собой как безразличной к форме, стало быть, как содержание. Единичное есть какой-либо непосредственный конкретный предмет, особенность одной из отдельных его определенностей, свойств или отношений. Всеобщность же есть, опять-таки, некоторые еще более абстрактные, еще более отдельные определенность в особенном. Вот. То есть здесь обозначено, что здесь в данном случае понимается под единичным, особенным уже применительно вполне материалистическому рассмотрению. Да? Берется предмет, вещь, и говорится, ну это к чему-то он относится, к какому-то роду, а род относится к какому-то виду. И таким образом вы возвышаетесь и рассматриваете вот это вот. У меня вопрос. Это просто Гегель вынужден был обратиться, как говорится, к материальному миру. Да. Его заставила логика. Да. Так он, у меня же здесь субъективная логика. А как он субъективный? Посмотрите, вот в субъективной логике он обращается как раз... Нет, ну, к объективному. Да. А тут он обращается к объективному. Логика хуже тещи. Так, вот теперь берем, переходим на 91-ю страницу. И даже один и тот же средний термин может сам по себе быть переходом к разным предикатам, потому что он, как особенное, содержит все сравнительно, но всеобщим многие определения. Поэтому нужно наговорить таких суждений, ему заключений бесконечно много. Поэтому не надо это переоценивать. Но дело не ограничивается тем, что для одного субъекта одинаково возможно неопределенное множество умозаключений. Для любого субъекта. И что каждое отдельное умозаключение по своему содержанию случайно. Ну, можно так сказать. Борис Николаевич, вы этим вот свитером светлым что хотите сказать? Вы его случайно одели или какое-то там есть рефлексивное содержание? Ну, чтобы перейти к понятию потом. А, вот. Видите, правильно уже. Смотри, как человек. Невозможно и людям, вам скажу. Невозможно. Казалось бы, простой вопрос. Как он вывернулся. Что мы можем сказать? Блестяще. Вы тоже, чтобы прийти к понятию, рубашечку такую надели? Да. Чтобы прийти к свитеру. А думаете, я зачем серый галстук нашел, надел? Сказать? А вы знаете, что символ философии является? Сова. Сова, которая в сумерки, когда все серое, серая сова вылетает, и серым по серому, это философия сова, пишет свои письмена. Никто не прочитал. Поэтому и непонятно, потому что как по-серому, это ясное дело. А вот у Марата у него черного по черному, еще более непонятно. Какой-то мрак. Лишь бы писал. Какой-то мрак. Ничего не различимо вообще. У меня тут что-то есть какие-то тут. Так, если исходя из среднего термина, гласящего, что стена была выкрашена синей краской. Умозаключает, что она стала быть синяя. Правильное умозаключение? То это умозаключение правильно. Но несмотря на это умозаключение, стена может быть зеленой. Почему? Потом покрасили зеленой. Могла быть основа зеленой, а могли потом покрасить. А что, потом нельзя красной покрасить? Можно же и красной потом покрасить. Если она сверх того была покрыта еще и желтой краской, причем из этого последнего обстоятельства, взятого отдельно, равным образом вытекло его заключение, что она желтая. Что говорит Гегель? Не очень вы доверяете этим умозаключениям. Умозаключение – необходимый элемент, но если вы можете делать какие-то умозаключения, это не значит, что вы можете сформулировать что? Что является венцом науки, логики? Умозаключение или что? Истина. Не попали. Венцом, что является человек?
Это же очень просто делается. Вот у вас книжки нет. Плохой студент что делает? Он очень просто делает. Плохой студент. Идея. Во. Правильно. Он же идет в конец и смотрит. Ага. Так, что там спрашивают у нас? Что в конце? К чему идет дело? Вот, абсолютная идея. Дело в том, что я действительно плохой студент. Я подтверждаю, что вы действительно плохой студент. Я разве спорю с вами? А в чем действительность ваша, что вы плохой? У меня нету конспекта. Нет, он действительно плохой студент. Он, у него сущность должна быть плохая. А не просто конспекта нет. Может человек без всяких конспектов все усваивать. Может вы шибко способный, а вовсе неплохой. Может вы ошибаетесь. Вы на себя напрасно возводите, чтобы мы вас пожалели. Хорошо, плохой же. Ну вот уже все вот уже. Использую каждому. Так, по окончании кружка всем сдать по 1000 рублей. Чтобы их поднять, не у нас настроение. А вы на эти все деньги купите краски и перекрасите. Тут придет Алексей Сергеевич, а он, были желтые стены. А почему желтые стены? Потому что такие вот понятия тут разбирают. Тут с ума можно сойти, какие тут понятия разбирают. Я ему скажу, что тут и осталось желтое. Да. Просто перекрасили в синее, а так было желтое. Если отсылать, видите, то есть Гегель сам говорит, что не надо, товарищи, вот вы, конечно, у вас головы трещат от этого, но не надо тут так думать, что это уж такое великое дело. Ну, это умозаключение. Но это правильно же, если его стена была выкрашена синей краской, значит, она синяя. Вот эта стена была вот сейчас выкрашена желтой краской. Ну, ясно, что она сейчас желтая. Но она точно так же может быть белой, может красной. Потом может сейчас, знаете, как расписывают и так, и так, и так. Эта стена такая, и эта такая. Если от среднего термина чувственное существо, в кавычках берет, это так человек он берет, чувственное существо, так сказать, это он по этому поводу карикатуру наводит на некоторых философов. Ум заключает, что человек не добр и не зол, так как о чувственном нельзя высказать ни того, ни другого. То умозаключение правильно, а заключение ложно. Умозаключение правильно, а заключение ложно. Потому что умозаключение – вот это формальная такая операция, а заключение – то есть итог всего этого размышления – ложный. Ибо человеку, как конкретному и в такой же мере, присущ и средний термин «духовное существо». Из среднего термина тяготения планеты, их спутников и комет к Солнцу правильно следует, что эти тела падают на Солнце, но они не падают на него, так как они вместе с тем сами по себе собственные центры тяготения, или, как это говорится, потому что ими движет центробежная сила. Ну, это какое? Это идеалистическая эта точка зрения? Не сильно, да? Подобным же образом из среднего термина «социальность», ну, это вообще прямо вот нам актуально сейчас, «социальность», можно вывести общность имущества граждан. Опа! То есть, если ты член общества, то... Из среднего же термина «индивидуальность», если проследить его столь же абстрактно, вытекает распадение государства, что и последовало, например, в Германской империи. Оно и последовало в СССР. Советском Союзе, да. Из термина. Вот вам, пожалуйста, Гегель. Страшный человек. Учение от... Страшный человек. Из среднего термина «социальность» можно вывести общность имущества граждан. Из среднего же термина «индивидуальность» – приватизация. Давайте приватизация. И что? И полный распад государства и общества. А общее государство там распало. Офигеть. Расстрелять. Еще Гегель написал. Я думаю, надо принять Георгия Вильгельма Фридриха почетным членом в Рабочую партию России. Он правильно излагает вот этот пункт, и он понравится, я думаю, всем государственникам. Они запретят скоро это. У нас есть такие государства. Да, это скажут экстремисты. Они так долго не прочитали, это вторая книга. Они сломаются там первые 20 минут, все. Нет, они выберут то издание, которое серое, цвета, и скажут, ну это серая же книга. Темная, что ли? Нет, это темная у вас. Это чернокнижники вы. Зеленый.
Кроме кто там будет смотреть, там креститься будет. То есть о чем говорят вот некоторые положения, которые я вам доложил, и которые предполагается, что вы все читали, конечно, об этом. То есть, ну, надо его, он такой интересный ученый и остроумный. И у него некоторые мысли, так сказать, ну, не так скользь выражены, между прочим. Но они очень интересные и, так сказать, они помогают правильно это понимать, двигаться вперед и при этом не преувеличивать значение некоторых моментов, которые по ходу дела мы разбираем. Да, это очень важно, это надо прочитать, это надо просмотреть, но мы двигаться должны дальше. Некоторые вот останавливаются в изучении наукологии, говорят, ну, я вот тут не понимаю. Что надо делать, если вы не понимаете? Читать дальше. Двигаться дальше. Да, правильно. А как можно понять, если вы не дошли до конца? Как можно понять? Вот Мордовина, можно как целое только понять. Если вы только его со спины будете понимать, что вы поймете в Мордовине? Спина, если всегда чистая. А лицо его? Поэтому он сидит к вам лицом. Но некоторые умудряются сзади на него смотреть. Не будем прямо называть. Так. То есть за алкоголизм нельзя ругать, да? Справедливо считается, что ничто не является столь недостаточным, как такого рода формальное умозаключение, ибо оно покоится на случае или произвольном выборе того или иного среднего термина. То есть ничто даже выше, чем это вот формальное умозаключение. А потом обратите внимание на то, что он рассматривает много фигур умозаключения, да? Вот это была, есть это первая фигура, потом пойдет вторая фигура, которая имеет вид особенное, единичное, всеобщее. Особенное, оно проявляет себя как единичное, а единичное входит же в особенное. Логично? Да. Логично. А еще есть третья фигура, фигура умозаключения. Единичное входит во всеобщее, а всеобщее содержит в себе особенное. Логично? Логично. А тогда переходим к четвертой фигуре, которой у Гегеля, у Аристотеля нет. Математическому заключению. Всеобщее, всеобщее, всеобщее. Почему? А почему так? Потому что все вот эти предыдущие фигуры, они наряду с тождеством содержат различия. Или наряду с различием. Там всеобщее, особенное, лично обязательно содержит тождественное. Обязательно. То есть они диалектические. А вот математическое умозаключение, оно не содержит диалектическое. Оно равенство понимается как тождество без различий. Так? Так. Но есть такое умозаключение. Оно же полезную роль играет? Играет. От математики польза есть? Самолеты летают, космические корабли летают. Корабли. Да? Поэтому... Это капитал. Не выбрасывается это, а берется как четвертая фигура умозаключения. Всеобщее, всеобщее, всеобщее. А почему всеобщее? Это как раз всеобщие законы, всеобщие количественные соотношения и пространственные формы. Это всеобщее, которое чему хотите, к тому и применяйте. Где математика может применяться? Везде. Раз везде, то она всеобщая. Это что, неуважительное отношение к моему? Очень уважительное, оно везде. А диалектика? Ну, она более всеобщая просто. Всеобщая математика. Да, более всеобщая, чем математика. Потому что математика не настолько всеобщая, чтобы понимать, что никаких не бывает двух одинаковых, просто одинаковых. Это уже абстрагирование от того, что равенство всегда с неравенством, а неравенство всегда с равенством. Члены кружка равны, как члены кружка. И, соответственно, как отдельные члены кружка, они не равны друг другу. Правильно? Вот и все. Так что тут так никак не получается математического. Поэтому, с одной стороны, это очень читать сложно и непривычно. Я думаю, это вы и без меня можете осознать. Здесь вот, я не думаю, нужен кружок или руководитель. Это и так понятно. А вот с другой стороны, Гегель для облегчения нашей жизни говорит, ну вы там не особенно там углубляетесь. Ну это все это формальные вещи. Ну они полезные, потому что если какие-то есть такие фигуры, так надо видеть, какие фигуры у вас там получаются, если разбираться их.
в каких формах идет мышление. Иногда вот люди пустые, они все время такие пустые формы. Они с этими пустыми. Отдельные люди в отдельное время совершают определенные действия, которые приводят к определенным результатам. Так нужно принять определенные меры, чтобы результаты были, достигли определенного уровня. Правильно? На определенный размер, да. Что такое повысить надо темпы экономического роста? Это пустота. Почему? Потому что если на 1 миллионную процента повысить, это будет повышено? Будет. Ну, так что это за разговор? Надо повысить темп, надо. Повысим. Надо жить лучше и дольше, а мы живем хуже, умрем раньше. Вот. До цели этого стоим. Ну надо жить. Надо, стараемся. Надо. Но не получается. Если не получается, вы сами виноваты. Тоже потому что мы все сделали. Мы все сделали, чтобы вы жили дольше. Даже вас на пенсию передвинули, что больше, когда вы больше работаете, больше чувствуете себя бодрее. Действительным. Бодрее, действительным членом общества, а не пенсионером, кого давно должны содержать как инвалида. Надо не инвалидом себя чувствовать, а полноправным и полнокровным работником, носителем. Вот. Гордость, надо сказать, чтобы гордость у вас была. Особенно комары было собачьи. Тут глобальный вопрос. Значит, уважаемый товарищ Марат, если у вас есть предложение в нашу конституцию, вы его оформите и отправляете должным образом, а не здесь просто выкладываете зря. Это ценное предложение. Он не может, он не является... Должным образом я должно отправил и получил должно оформленный ответ, в котором было написано, что мои предложения были перенаправлены во все подкомиссии и органы соответствующие. Правда, в какие соответствующие не было указано, только чтобы соответствовать. А потому что вы должны должным образом понимать, что вас должным образом к вам направляют. А раз вы должным образом не понимаете, сами и виноваты. Да. Так, ну вот. Так что, когда мы доходим уже до, вот знаем, что мы дошли вот до математического, и когда он так говорит об этом, как о том, что ну, есть, конечно, такое, да, есть и такое, и это можно говорить, но не будем это все переоценивать, потому что надо, что все время говорит, никогда вы не останавливаетесь на том, что вы изучаете, идите дальше. Почему? Потому что дорогу осилит идущий. А стоящий, вот мне присылают прямо письма или звонят, говорят, я читал, я остановился, потому что я не понимаю. Наоборот, ты не понимаешь, потому что остановился. А зачем ты остановился? Вот если ты сказал, что я дошел до конца, я не понимаю. Таких вот я не видел. Когда доходят люди до конца, они говорят, я дошел до конца, но не все понимаю. Это совсем другой разговор. Совсем другой разговор. Потому что это диалектический подход. А? Это диалектический подход такой. Это диалектический подход. Почему? Потому что человек должен иметь место в целом. Вы хотите эту книгу познать, вы должны ее поместить в свою голову. Кусок этой книги или целое? Ну целое. Вот человека, если я хочу понять, я должен взять его правую руку и все. Я понимаю, если это вы выбираете себе жену, вы просите руки. Но вы понимаете, что вы потянете за руку, и там и все. Она вся придет, причем с родителями. Да. И то сейчас не поймешь, а поймешь, как я должен проживешь с ней лет 5. Тогда все поймешь. Знаешь, сколько у нее родственников может, да? Надо дальше идти, я смысл. А вы еще не поняли, кто в семье главный, что ли? А, да, уже. Дайте телефончик вашей жены, мы тут скажем, что тут высказывались. Что он до сих пор не разбирается. Тут народ опытный у нас. Вот, так что, вот, такие у нас интересные, получаются выводы. Ну, поэтому можем, так сказать, еще по некоторым таким местам пробежаться, которые, в которых вы... По определенным местам. Определенным местам. Интересные такие высказывания, которые нас... Особенными местами. Да. Вот на странице 93 говорится.
Те непосредственные соотношения, посылки, суть предложения или суждения вообще и противоречат природе умозаключения, согласно которой различные определения понятия не должны быть соотнесены непосредственно, а должно быть положено также их единство. Истинное суждение служит умозаключение. То есть нужно обязательно, чтобы было не только различие, но и единство. Это как требование диалектическое и непреложное, правильно? Поэтому даже на формальных моментах все равно, если вы останавливаетесь, все равно добивайтесь того, чтобы у вас было не только различие, но и единство. А как получить это, так сказать, единство? А только умозаключение дает, там же три их. Вот они и дают единство. Поэтому требования, предъявляемые к посылкам, обычно гласит, что они должны быть доказаны. То есть тоже должны представлены в виде заключений. Что значит доказаны? Надо вывести их откуда-то. Две посылки требуют таким образом двух дальнейших умозаключений, а эти два новых умозаключения вместе взятые в свою очередь дают четыре посылки, требующие четырех новых умозаключений. В последних имеется 8 посылок, в обосновывающих их 8 умозаключениях имеется 16 посылок, для доказательства которых требуется 16 умозаключений и так далее в геометрической прогрессии и до бесконечности. Итак, пишет Гегель, но он делает вывод, я не просто наговорил еще. Здесь снова появляется прогресс в бесконечность, который раньше встретился нам в низшей сфере бытия. Только там мы шли от границы, выходили за границу, оказывались в новом конечном. Выходили из его границы, в новом конечном. Ну а здесь только это в логике также. Человек, так сказать, придумает что-нибудь, а его начнешь выяснять, откуда он еще дальше куда-то пошел, и опять пошел, и так до бесконечности, и никак никогда не доходит до истины. Поэтому сама по себе вот форма умозаключения, хотя здесь можно говорить, что это более истина, чем вот то, что было, потому что было суждение, а умозаключение – это истинное суждение, но не абсолютная истина. Не абсолютная истина. Мы двигаемся дальше, и как можно двигаться до бесконечности? Истина понятия суждения. Вот, налицо имеется... Так, то и в сфере бытия мы показали, что в тех случаях, когда появляется дурная бесконечность, сводящаяся к бесконечному прогрессу, налицо имеется противоречие между некоторым качественным бытием и некоторым выходящим за его пределы бессильным долженствованием. Посмотрите, он просто повторение делает того, что мы с вами изучали. Предел и долженствование. Сам же прогресс есть повторение предъявляемого к качественному бытию требования единства и постоянного впадения обратно в несоответственное этому требованию предел. Формальному умозаключению основой служит непосредственное соотношение или качественное суждение, а даваемое умозаключением опосредствование является тем, что по сравнению с первым положено как более высокая истина. Уходящее в бесконечность доказывание посылок не разрешает указанного противоречия, а только постоянно возобновляет его и представляет собой повторение одного и того же первоначального недостатка. Вот идут какие-то обсуждения, например, внутри партии. Люди, которые на какую-то позицию встали, они потом эту позицию усиливают всякими, значит, дополнительными предпосылками, и все вроде ее углубляют, а сводится к повторению одного и того же. К тому, что они сначала эту позицию заняли, ее просто по-разному расцвечивают. Если она неверная, она, так сказать, от сотни этих умозаключений, которые делают, сказать, для того, чтобы ее как-то обосновать, она не упрочивается, потому что это бесконечный прогресс, и на самом деле сводится он не к бесконечному, а к бесконечному повторению конечного. Конечного. А истина, она не может быть конечной. Истина бесконечна. Истина бесконечного прогресса состоит напротив в том, чтобы и сам он, и уже определение через него, как недостаточные формы, были сняты. То есть зачем это изучать надо, все вот это вот формальное, чтобы снять? Что значит снять? То есть отрицать. Ну так и он поэтому так и негативно вам это излагает, чтобы вы не удовлетворились и перешли дальше. А вы говорите, нет, не буду, мне тут непонятно. Ну тогда вам все будет непонятно, потому что если вы не движетесь, так вы не продвигаетесь к тому, чтобы получить понятное. Вот это очень все интересно и полезно. Вот вторая фигура. Истина первого качественного умозаключения состоит в том, что нечто сомкнуто с некоторой качественной определенностью, как со всеобщей, не само по себе,
а через некоторую случайность или в некоторой единичности. Наверное, уже с самого начала понятно должно быть, если оно сомкнуто через некоторую случайность или единичность, тоже вы тут большого содержания глубокого не получите. Это так, это правильно, но это ни к чему не ведет. Вторая фигура. Особенно единичная, всеобщая. Третья фигура. Единичная, всеобщая, особенная. Это третьему заключению. Уже не имеет ни одной непосредственной посылки. Отношение единичное, всеобщее, опосредственно первому заключению. Отношение особенное, всеобщее, вторым. Это умозаключение предполагает поэтому первые два умозаключения, но и обратно. Эти два умозаключения предполагают его. Равно как и вообще каждое умозаключение предполагает два остальных. Все друг друга предполагает. В этом умозаключении стало быть завершено вообще определение умозаключения. Вот и все. Вот крутили так, все рассмотрели, все умозаключения, которые есть. Ничего тут такого бесконечного нет. Вот и круг замкнулся. Умозаключение единичное, всеобщее, особенное, рассматриваемое в нем самом, есть истина формального умозаключения. Истина формального. Но не надо понимать, что это великая какая-то истина. Это значит, что это продвижение от этого к следующему. Так, средний термин, как всеобщее, страница 99, есть по отношению к обоим своим крайним терминам подчиняющее или предикат. Ни разу он не является подчиненным или субъектом. Третий номер на странице 99. Объективное значение умозаключения, в котором всеобщее составляет средний термин, заключается в том, что опосредствующее, как единство крайних терминов, есть существенным образом всеобщее. Ну, это и видно из фигуры. Раз стоит В посередине, так оно и есть опосредствующее. То есть ничего тут особенно такого непонятного. И, наконец, мы переходим к математическому заключению, про которое в функции 2 Гегель пишет. Математическое умозаключение признается в математике аксиомой, то есть само по себе очевидным первым предложением, аксиомой, то есть не выведено ниоткуда, потому что нет никакого тождества без различия, и нет никакого различия без тождественного. Поэтому если вы возьмете такую аксиому, на здоровье, возьмите эту аксиому, развивайте, это будет полезная вещь. Почему? Потому что она выбирает везде всеобщее, и это всеобщее само по себе и само представляет интерес, что есть во всем. Поэтому, скажем, математика изучает, как говорил Энгельс, количественные соотношения и пространственные формы. Какие пространства, какие количества, это математике абсолютно безразлично. Она, так сказать, она применяется в самых разных сферах. Но применять это значит, ну, понимать, какое содержание при этом вы изучаете. А если вы и как, какие выводы можно сделать, это не так-то просто. Например, математические модели. Вот, так сказать, их, вот, мы моделировали. А что такое модель? Это конечный образ бесконечной действительности. А сущность многообразна. Поэтому, когда вы делаете математическую модель, она настолько близка к действительности, насколько ваш конечный вот этот конструкт приближен к действительной сущности. Если вы сущности не разбираетесь, то ваша модель, может быть, далеко-далеко от сущности. Поэтому, как начинают рассказывать, вот моделирование, оно нам позволило. Что оно вам позволило? Если хорошая модель, то позволило. Если плохая модель, то не позволило. Поэтому, скажем, модели, которые применяются в производстве, там, скажем, изделий промышленности, это какие? Модели для литья. Это очень, так сказать, модельщики, это очень квалифицированные люди, лет 13 надо готовиться, чтобы сделать такую модель, чтобы после того, как по ней сделать форму, и форму потом залить металл. Исчезающая профессия. Да. Сейчас уже на компьютере это все принтеры делают, модели уже. Да. Она только потому исчезающая, что появилось такое мощное средство, делать то, что раньше люди достигали, так сказать, совершенствованием своих рук. Да, теперь это. А теперь совершенствованием голов. Но некоторые его. Но поскольку. Нет, и наоборот, поскольку применять это средство, могут люди уже и безголовые, потому что она уже есть программа, она сделает, а ничего не надо понимать.
Ну как нет? Вот я этот компьютер не знаю, как им пользоваться, а кнопки, а нажать на кнопки проблем-то не... Модельцы создать не смогут? Модельцы создать не... Дайте мне любой компьютер, я нажму на кнопку и включу. Нажать на кнопку понятно. Почему? Все модели постоянно создаются и не ногами, а другими частями. Я имею в виду модели женщин и модели мужчин для моды. Поэтому модель можно делать и вообще другим способом, как бы, и использовать. Эти модели не отливаются. Преимущество это состоит в формальном характере этого умозаключения, математических, формальном характере, абстрагирующегося от всякой качественной разности определений и имеющего дело только с их количественным равенством или неравенством. Вот что говорит Гегель про это самое математическое умозаключение. Здесь вообще не постигают в понятии, и рассудок не имеет перед собой даже формальных, абстрактных определений понятия. Очевидность этого умозаключения основана поэтому лишь на том, что оно столь бедно определение мыслей и столь абстрактно. Но результатом умозаключения наличного бытия оказывается не только эта абстракция от всякой определенности понятия. Получающаяся из него отрицательность непосредственных абстрактных определений имеет еще другую – положительную сторону, а именно то, что в абстрактную определенность положено ее другое, и она в силу этого стала конкретной. То есть в том, что надо переходить к конкретному. И что происходит? Переход к умозаключению чего? Рефлексии сущности. Да, рефлексии сущности. Было это определение наличного бытия. Было умозаключение наличного бытия. Поэтому задача нашего следующего занятия – это умозаключение, рефлексии. А тут большое примечание. Много, которое можно почитать. И это не обязательное, так сказать, чтение. В том смысле, что это там вот размышление. И вот потом пошло умозаключение, рефлексии, пункт Б. Там будет умозаключение всякости, умозаключение индукции. Так. Потом умозаключение по аналогии. Худший вид рассуждения, говорит Гегель. Умозаключение необходимости. Это уже не худшее. И категорическое умозаключение. Об умозаключении уже необходимости, там есть категорическое умозаключение, гипотетическое умозаключение, разделительное умозаключение. Ничего не напоминает вам? Напоминает. Суждение напоминает. Только теперь это уже аналогичным образом разделяется уже не суждение, а умозаключение. И, наконец, мы заканчиваем субъективность и переходим к более простому и понятному разделу. Понятие. Объективность. Второй раздел. Объективность. Это очень легко решается, смотришь. Надо чаще читать содержание. А чем руководитель кружка отличается от других? Руководитель содержание читает. Чаще, чем другие. Не содержание текста, а содержание... Да. Следующее занятие, Николасовичка, да. Следующее занятие у нас должно быть через 2 недели. Так, значит, вот у нас 20-й год, февраль. Сегодня 25-е, значит, 10 марта. 10 марта. Нормально? 10 марта. Так. Спасибо, товарищ. Спасибо. Спасибо за внимание. Да, успешно заниматься. Да, спасибо.